Комплексная проверка продолжается в белорусской армии. Ее главная особенность – на сборы призываются в том числе и военнообязанные женщины, у которых есть необходимые военно-учетные специальности. Подразделения ВВС и войск ПВО уже совершили марши в назначенные районы и заступили на боевое дежурство. Радиолокационное поле нарастили за счет подвижных маловысотных групп радиотехнических войск. Авиации еще предстоит выполнить задачи по рассредоточению сил и средств. Работе отнеслись с пониманием, как бы с финансовой только получается сохранять среднюю заработную плату, то есть финансовые какие-то потери сильно не понесешь. Тем более двое сыновей, младшему 2,5 годика. Вот жена тоже с пониманием отнеслась, сказала сразу: иди служи и отдавай долг. В программе подготовки в том числе стрельба из автоматов и пистолетов на полигоне по грудным и ростовым мишеням. Опытные инструкторы напоминают солдатам и офицерам, призванным из запаса, о правильной изготовке для стрельбы из положения лежа и стоя, а также о том, как правильно бросать ручные гранаты.